Автобус с жителями из Донецкой и Луганской областей перевернулся на Хмельниччине. Два пассажира погибли на месте, 17 человек получили серьезные травмы. В каком они сейчас состоянии и подробности жуткой аварии расскажет наш коллега Алексей Керман. Авария произошла на отрезке трассы Житомир-Черновцы. Автобус перевернулся около села Гуминцы, неподалеку Каменец-Подольского, это Хмельницкая область. По предварительной информации, водитель «Мерседеса» на большой скорости поднимался на так званую горку «Тещин язык». Она похожа на большинство опасных дорог Карпатских гор. Трасса после дождя была мокрой и скользкой. Водитель не справился с управлением, и автобус выкинуло в кювет. Там он несколько раз перевернулся. На момент ДТП в салоне находилось 17 пассажиров и 2 водителя. Одна женщина из Донецка и мужчина из Черновцов погибли на месте аварии. Всех остальных пассажиров госпитализировали в Каменец-Подольскую районную больницу. Троих жителей Донбасса уже выписали. Еще 2 остаются до сих пор в больнице. У них сотрясение мозга. В критическом состоянии 2 женщины из Винницы. На месте ДТП сейчас работает милиция и прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алексей Керман, специально для телеканала «Донбасс».